Внеплановую проверку объектов массового пребывания людей проведут на Колыме. Сегодня губернатор Владимир Печеный провел совещание по противопожарной безопасности. Органы прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора будут действовать сообща. В зоне особого внимания 12 торговых центров региона. Особый упор на торгово-развлекательных – это «Идея», «Нагаевский» и «Премиум». Плановые проверки проводят раз в 3 года. Идет сейчас массовое обвинение в наш адрес. Для сотрудников государственного пожарного надзора это не совсем правильно, потому что с 1 января 2007 года, в соответствии с изменениями в градостроительном кодексе, все сотрудники государственного пожарного надзора, они выведены из всех составов комиссии. Мы не участвуем в приемке объектов. Проверки начались по всей стране после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Согласно официальным данным, погибли 64 человека. В Магаданской области рейды на подобных объектах проведут до 10 апреля.